Емельянов разыскивает выпущенного из тюрьмы Алтына. В город приезжает Николь Поленова, ищет встречи с Дмитрием Нестеровым. Они сталкиваются в лифте отеля, но Нестеров ее не узнает. Емельянова приезжает к Алтыну и с удивлением выясняет, что он жил на одной лестничной площадке с Климовым. Параллельно с Емельяновой Алтына по личному распоряжению Нестерова разыскивает Тоник. Как выясняется, это Алтын похитил Машу Климову. У себя дома Нестеров застает Николь, которая дружна с его женой и была любовницей Дмитрия.